Рано или поздно он научится засыпать самостоятельно, да? Меняются времена. Девочки, за работу. Вас тут не за красивые глаза держат. Разве что тебя. Точно не тебя. Меняется образ жизни. Как вкусно пахнет. И не забудь, реальные домохозяйки начинаются. Слышь, Кевин, знаешь, что моя любимая домохозяйка? Ты? Они выросли. Встреча старых друзей, ты с нами? Вроде все приедут. Мужики! Вырвался! Но не угомонились. Как жизнь выпускники 99-го? Будем отжигать, по-любому. Как в старые времена. Взорвем нахрен этот курятник. Universal Pictures представляет. Повезло тебе, вас. Че, обязательно пялиться? Да, в этом случае обязательно. Воскрешение американских традиций. Вечеринка старшеклассников. Со старшеклассницами. Я обожаю сумерки. Больше всего новолуние. Я тоже? Господи, у нас с тобой так много общего. Джим, Мишель, Стифлер, Оз, Хезер, Кевин, Вики, Финч и папа Джима. Вы не представляете, как радостно снова видеть вас здесь вместе. Слушай, пап, уже 3 года прошло. Может, пора тебе вернуться к жизни? А, ну, по маленькой. Нет, нет, ну что ты, Стив, я не... Хлопни, 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 хлопни! Американский пирог. Все в сборе. А вы кто такая? Мама Стифлера. А я папа Джима. Весной в кинотеатрах.